В общем, пресс у всех, дорогие писюны. Писюны дорогие, именно, да? С вами, получается, Лейкин. Делаем такой небольшой видосик. Ну и плюс на стриме это мы все делаем, да, со стримчиком, со всей историей, без вебки. Все как обычно, все по стандарту. В общем. Надо будет не забыть, кстати, выключить потом видос. У нас проходят аукционы на стриме. Все об этом знают. Уже давно достаточно, где-то уже больше месяца, наверное. И в этом аукционе у нас ребята закидывают различные игрухи. Мы их проходим, соответственно. И побеждает у нас всегда одна игра. В этот раз аукцион ебейший. В нем 40 игр. Вы можете их увидеть вот здесь на экранчике. 40 игр, короче, будем крутить. И мы будем крутить колесо до убывания. То бишь, как только выпадает игра, мы ее удаляем. И, соответственно, до того момента, пока не останется одна или там две... Ну, две игры останется, грубо говоря, и среди них будет победитель. Максимально мусорные игры здесь. Я не знаю, ребята решили пошутить, посмеяться, как бы, да, GTA 1, GTA 2, ну, вы поняли, сталкеры всякие. Вот, но крутим, смотрим, охуеваем, поэтому погнали. Ставлю я песенку. И погнали. Надеюсь, меня будет слышно, надеюсь, меня будет видно. В общем, то, что выпадет в конце, то, что останется, это мы будем проходить. Поэтому, если те люди, которые мне закидывали эти игры, не будут на стриме, я лично проверю. Я вам по попе ата-та ремешочком, понятно? Погнали. Ой. Кстати, размер колеса можно взять побольше. Давайте сделаем размер колеса прям такой нормально. Итак, погнали. Первая игра, которая у нас вылетает из этого списка. У вас там, надеюсь, нормально все двигается, не лагает. Подождите минутку, пишут. Итак, первая игра, которая у нас в списке вылетает, это у нас будет парам-пам-пам. Надо то, что прям вот вообще не хочу. Блин, а вот онлайн сейчас проедет. Как оно долго. Life is Strange 2. Капец, пипец. Такое, короче, пишут. Спасибо, Алекс, за донейшн, спасибо за 5, получается. В общем, Life is Strange у нас второй вылетает. Блин, одна из немногих хороших игр так-то вылетела. Life is Strange 2 у нас покидает эту площадочку, едем next. Погнали. Одна из самых неплохих так-то реально улетела. That's space, man. Так, ну ладно, первым у нас открывает, получается, счет, это Life is Strange 2. В эту же точку летит второй прокрут, кстати, и улетает у нас, пожалуйста, GTA-шечку. Хорош. GTA 1 у нас вылетает уже немножко получше. Немножко получше. GTA 1 тоже у нас вылетает, едем next. Сразу будем крутить. Но, нет, но пока что GTA 1 это вообще одно из самых худших, на самом деле, выборов, которые могли бы быть здесь, и поэтому я как бы очень счастлив, что она вылетела. Ну, реально, я не знаю, мне прям... Максимально не хотелось мне играть, и она вылетает. Это очень приятно. Так, едем next. Следующим у нас вылетает слотом. И, о, Call of Duty у нас вылетает. Call of Duty Modern что-то там, да, как она называется правильно? Modern. Call of Duty, вот она. Warfare 2, да? Warfare 2? Да, Warfare 2. Оп. Спасибо, получается. Уже шансы поднимаются. Едем next. Уже три игрушки у нас минусануло. За GTA обидно. Да ладно, чего вы начинаете? Какой GTA обидно? Нормально, GTA нету, вообще хорошо. Молодцы. Колесо будет минут 20? Ну да, колесо будет реально долгое. Так, следующая игра у нас, которая будет, это... Outlast? А нет. Нет, не Outlast. Это у нас Soldier of Fortune. Fortune. Так, Soldier of Fortune где-то в начале, вот. Еще, хорошо. Я вообще счастлив. Вылетел тот, который сломал бы комп Русу, неплохо. О, классная игра, да. Угу. Так, Катюха спит, ребят, сейчас ночь. Мы в 00:27 стримим колесо, как дурачки, да, на стриме. Так, следующим у нас вылетает Outlast. Блин, ну пожалуйста, не Outlast, давай дальше. Нет. Нет, ну почему? Ну выкинул бы вот эту 91-го года игру. Почему Outlast? Зачем Outlast? Ну вот что он плохого сделал? Хотя я не очень, конечно, хочу Outlast играть, но все же, но это было бы лучше. О май гадабл.
Ну почему 91-го года игра остается? Я не удивлюсь, если вот эта игра выиграет. Вот это вот, Дюки, вот это вот. Дюки Нюкем. Так, едем на Next. Следующая у нас игра получается. Шо-шо-шо. Паутлас 2 вылетает со следом. Что? Почему? Почему Outlast 2 вылетает следующим, блять? Алло, колесо, ты чё ебанулась? Что ты творишь? Пиздец. Я в шоке, бля. Это вообще просто пиздец. Охуеть. Он просто забирает нормальные игрухи, хотя бы, которые играбельные, смотрибельные, я не знаю. Ой, Сталкер он еще не прокрутит, бля. О, Корсар 3 сейчас вылетит. Нет? Аудиосерф. Ну, кстати, аудиосерф я даже не гуглил, но мне кажется, прям мусор-мусор, поэтому радуемся пока что. Но это пиздец. Где он вообще? Погнали. Блин, игр все меньше и меньше. У нас вот ряды редеют. Аудиосерф за быстрая игра, блин, там тогда грустно. Но вот то, что у меня Outlast 2 забрал, это было вообще обидно. Это было очень обидно. Я даже, бля, я даже боюсь представить, что выпадет в этом колесе, честно. Вы просто представьте, ну, следующие 50 часов я буду играть во что-то, то, что выпадет здесь. Ой, блядь, да нет! Ну хотя бы Сталкер убрал бы. Почему тут стоит два Сталкера и Fallout? Убери ты Сталкер хотя бы один, мне ёбаный народ. Убери хотя бы один. Сука. Так, Fallout 76, не знаю, Fallout 76, говорят, что он тоже мусорный, по-моему, именно 76 Fallout, поэтому, в принципе, ладно. Но я уже даже настроен на Fallout, честное слово, но никак не на Сталкер, блять, но Сталкер надо выкинуть. А, норм 76, да? А мне кто говорил, что, по-моему, 76 не очень. Блин, ну игра 91, она вообще как-то до нее даже не доезжает. Так, дальнобойщики 2 пролетают. Вормикс сейчас, походу, пролетит. О, нет, смотрите, прям на писечке. Почти Вормикс, кстати. Метин 2. Метин 2, кстати, по-моему, это вообще ММОшное, что-то такое, короче, там было. Убираем. Поехали, next. Нет, нет, Сталкер не надо. Сталкер нам не нужно. Я буду молиться на Лоды 3, который 97-го года. На самом деле, я даже не знаю, где найду такую игру. Это вообще что-то нечто, алло. Ой, капец, сколько игр еще. Мне кажется, мы только 10 игр где-то выкикнули. Так, Call of Duty. Call of Duty 1? Call of Duty 1, давай, да, прокрути. Блин, не, Worms вышел, Алекс. Сори, но твой Worms, он ушел. Лучше бы Call of Duty 1 убрали бы, на самом деле. Но Worms со зрилами, вот хотел, Алекс хотел со зрилами Worms. На самом деле, Worms со зрилами было бы интересно. Но, к сожалению, он улетел. Вормс со зрилами улетел. Метин сетевая, да, вот норм игра тоже улетела, к сожалению. Сейчас вообще квейки, сталкеры, Call of Duty остались. Пиздец. GTA 2, пожалуйста, дотяни до GTA 2, я умоляю тебя. Сука. Fallout 2. Удачи. Бля, почему GTA не выкинул? Мне надо, чтобы GTA 2 выкинул каким-то способом. Ее надо. И ни одного сталкера еще не вылетело. Это вообще жесть. Ни одного сталкера не выбило. Это пиздец. А там сталкеров 3 штуки или 4. Ай, Call of Duty сейчас вылетит, по-моему. Call of Duty-ка. Прокрутит? О, Call of Duty 2. Call of Duty на самом деле не очень хочет играть, если честно. Не знаю. Типа войнушка. Коза. Поехали. Я уже, если что, купил тебе киберпанк. Вижен хейтер. Спасибо. Сталкер живет, сталкер выживает просто вообще. Арма, кстати, тоже не очень хотелось бы. Блять. О, 2004 года игра улетает. Вот это вот. А, нет. Он вообще все Call of Duty убирает. Это вообще жесть. Не, ну, кстати, Modern Warfare, она тоже, по-моему, такая, с графоном, которая у меня компьютер взорвет мой, да? Сталкер вообще жесть, я не вынимаю. Нет, там Сталкер 2007 года. Я не хочу играть 2007 года Сталкер, честно. Это капец. О, Корсара 3 еще выпадут, походу. Или Call of Duty 1. Корсара 3. Корсара 3 на самом деле так-то рофильная игра. Типа, даже диск есть на нее, блядь. Так-то я диск скачал бы. Ну, поехали, next. Геометрия живет, да? Я не могу с этого колеса, почему? Столько мусора осталось до сих пор, это жесть. Ну, Киберпанк выживает.
GTA 2 пролетает, Fallout пролетает, Сталкер, наконец-то Сталкер сейчас выпадет, наконец-то, наконец-то минус один Сталкер, наконец-то, тень Чернобыля, хорошо, где он тут, тень Чернобыля, где, блин, кто-то машину пнул, у меня теперь машина тут пиликает, вот, ура, поздравляем с почином, как говорится, поехали next. Финн заплакал, ну там что-то пищит у меня на улице, походу реально Финн заплакал, я даже отсюда слышу его. Шадоу, блин, Манлис, ты что-то улетел как бы на 100 секунд, поэтому сиди как бы, не пукай мне тут. Так, что у нас есть? Мы уже 10 минут записываем, прикиньте. Вылетает у нас If Online, алло, поехали, пишут. Так, If Online у нас вылетает, к сожалению, Алекс, две игры от тебя уже улетело в небытие, так сказать, поедем, поехали, next. Лейкин лушит зрители, лушит, да? Опять Ив вылетела, да? Меня прям оберегает. О, сейчас дальнобойщики, походу, вылетят. Ой, до Лода 3 сейчас дойдет. До Лода 3 дошло. Дальше. А Лоды 3 проклятые земли. Блин, на самом деле на Лоды 3 были такие надежды. Вы просто не видели этого. Такая имба была. Эх, к сожалению, имба это не у нас не ожила. Ну, бывает. Бывает. Нет, по-моему, там больше всего закинуто не за Ив. Там, по-моему, что-то Лакич кидал 3333 рубля за какую-то игру. Так, а Лоды онлайн, походу, будут. Арти, а Лоды онлайн вылетит сейчас. Он не проедет. Ой, Арти. Солнышко ты, Арти. Эх, а Лоды онлайн. А так жили-то, а? не поборолся до конца. Ой, жесть, что творится, что за аукцион, что он мутит вообще. Ой, Квейк вылетит третий, походу. Ух, прям дальнобойщиков засейвил Квейк 3. Так, Квейк 3, ты где тут мне? Где ты? Вот он, Квейк 3, арена. Погнали. Ой, на самом деле, этого жесть. Мне кажется... Выиграет какой-то мусор. От колеса нет смысла без золот. Лунышко на арте. Так. Ой, Ведьмак, походу, сейчас вылетит. Либо Геометрия Дэш. Ведьмак вылетает третий. Ну, на самом деле, раз, что вылетает Ведьмак, по одной простой причине, он очень долгий. Я просто устал бы его проходить, если честно. Хотя Геометрия Дэш тоже будет долгая. Киберпанк живет, да. К слову, да. Да, Ведьмак тоже вылетел. Блядь, в Call of Duty остались Fallout'ы. Сталкеры, блядь, это вообще... Дальнобойщики умирают. Хотя нет, перекрутят. О, нет, дальнобойщика выбило. Дальнобойщики. Кстати, Ryzen 2, по-моему, неплохая игра. По-моему. Ой, жесть. Что творится? Я просто в шоке с этого колеса, это пиздец. Только мусора. GTA 2, пожалуйста, не выпади, я умоляю. Просто сделай все, чтобы GTA 2 улетела куда-то. NBA Underground, я хотел ее пройти. Это единственная игра, которую я поиграл бы здесь. Блядь, пожалуйста, почему нет? Underground, сука. Сколько игр осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18 игр, ребят, осталось. 18 игр из 40 осталось, капец. Ведьмак, основная сюжетка быстрее, чем в метро. А, да? Блин, тогда обидно, ну ладно. Ну, о, Сталкер вылетит, пожалуйста. На Сталкере остановись, на Fallout не иди, пофиг на Fallout. Вот, Сталкер, Зов Припяти, заебись. Четко, спасибо. Ох. И осталось Сталкер чисто небо выбить, и я уже буду на минуточку счастлив. Осталось вот его. Ой, сейчас вообще финишная прямая скоро будет, ребятушки. Сейчас Финн заплачет, но у него еще одна жизнь осталась у Сталкера. Фоллауты, ой, Fallout какой-то еще вылетит. Либо четвертый, либо Нью-Вегас. Четвертый Fallout вылетает. Блин, Fallout 4 я смотрел, он неплохой по картинке был, Fallout 4. Я смотрел стримера вчера ночью. Ну, как бы грустно.
Fallout 76, но он вылетел. Fallout 4 вроде по картинке был неплохой. Самый лучший был Fallout 4, да. Обидно. Над Fallout или он дальше прокрутит? Да, дальше прокрутит. Unreal Tournament 2004 по канале. Мне что-то грустно, я не знаю. Чем ближе мы к лесу, мне все грустнее и грустнее, я вам скажу честно. Вы просто понимаете, что я буду играть часов 40-50 в какую-то игру, которая сейчас выпадет. И выпадет какая-нибудь хуйня просто. Блять, она просто выживает, вы посмотрите, это пизде... Ой, нет, Uncharted улетел. Ой, Uncharted такая была сладкая, блять. И эта игра, вот эта, 91-го года, которую закинули, блять, почти последняя, она доджит просто, ей вообще похую. Это жесть. Блять, еще и GTA 2 живет, бля, я не могу. И оно сейчас реально не выпадет опять. Geometry Dash не выпадет, опять Fallout вылетит. Или Sims 4. Вот Sims 4 я поиграл бы, но оно вылетит сейчас, Sims 4. Да. Когда там 10 останется? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Давайте 3 прокруты и будет топ 10. Привет, скажи, как лучше всего стартануть на камбэке Рока, в смысле как? Просто начать играть и все? Ну типа, это хороший вопрос. Я смогу тебе развернуто ответить только после колеса. Если дождешься, мы сейчас докрутим. А Киберпанк умирает. Ой, хейтер. Минус, просто F. Блин, колда там еще есть. Call of Duty первая, капец. Всем пока. Я не могу, ребята, это пиздец. Ой, GTA 2 пролетит. Ой, блядь, она осталась. Fallout 3. Сталкер, GTA 2. Что же вы делаете? Давайте, 11. Одна игра и топ 10 будет. Пиздец. Сейчас, Рока, я отвечу тебе. Погоди, докрутим, уже осталось. Ой, Сталкер, ой, это 91-я игра пройдет. Как раз три говна рядом, и что-то из них кикнется. Хорошо. Наконец-то мы ее выбили, блядь, спасибо. Чик, все, у нас осталось 10 игрушек. Короче, у нас осталось 10 игрушек. Это GTA 2, блядь, Сталкер, Чистое небо, Ryzen 2, где буду топить за Ryzen 2. Quake 4, похуй, за него тоже будут топить. Arma 2, Alex, или как-то по-другому, Geometry Dash, Fallout New Vegas, Call of Duty и Fallout Shelter какой-то. Не знаю, что это такое, поэтому погнали. Давайте, 10 мест, 10 игр. Выбиваем Geometry Dash, GTA 2, Quake какой-нибудь, Stalker и Arma. Остальное там нормально будет. Блять, Fallout сейчас выпадет один из... А какой из этих Fallout'ов мусорный, какой нормальный? New Vegas, мне кажется, один из новых, скорее всего, и он выпал. Он выпал. Блять, уже Fallout остался один всего. Quake 4 самая норма, кстати, игра. Понял? Ай, жесть. Не фрит, все верно. Блять, опять Fallout. Ой, нет. Хотя вот эту Ryzen 2, вот эту оставь, пожалуйста. Она плюс-минус что-то новое. Короче, все Fallout'ы вылетели, пиздец. Все Fallout'ы вылетели. Это вообще пиздец. Что творится? Vegas топ, но он, его уже нет, как бы. Shelter — это игра на телефон. Бля, GTA сейчас вылетит, хорошо. Хорошо. GTA вылетает, хорошо. Хорошо, я рад. Ну вот это Сталкер Чистое небо, блять, я молюсь. Реально, я готов поиграть в любую игру, кроме Сталкер Чистое небо, поэтому. Давай. Надо ее выкидывать уже. Что, у нас GTA выпало? Семь игр. Пиздец. Ебать, Сталкер живучий, я не могу с него, это вообще пиздец. Это вообще жесть. Мне на самом деле страшно, бля. О, Geometry Dash сейчас вылетит. Ваш Geometry Dash сейчас вылетит. Который я, вы говорите, что буду тупить.
изи просто. Остался сталкер. Короче, сталкер, арму и нахуй, нормально. Ваш геометрия улетает. Чик. А Call of Duty 1 вообще, наверное, да, тоже грустная. Где смысл жить, блядь? Погнали. Надо было, кстати, чатик на экран вывести, дудычий-то ваш. Надо было реально, ну, уже поздно, надо было чатик на экран вывести, да? Следующее колесо, если буду делать... О, арма вылетает, тоже хорошо. Следующее колесо, если буду делать, то чатик в этот выложу. Погнали. Первая колда грустная, да? Первая колда 90-х годов, пиздец. А там, по-моему, оба чатика должна быть. Блядь, нет, только не ту игру, пожалуйста, я в нее поиграл бы, сука, нет. Блядь. Блядь, вот что вы понимали? Что вы понимали? Ryzen 2 это года 16-го игра, блядь, по-моему. А, 12-го года она. Типа, она мусорная. Ryzen 2, она мусорная, она как на телефон выглядит. Но на нее хотя бы были шансы, понимаете? Там, как бы, не сказать, что все охуенно. Вот она, Ryzen 2. Да, безусловно, там она не прям ебейшая, но вы просто не видели те игры, которые там. Вы просто их не видели, блядь. Фу, хуйня, блядь. Quake хотя бы, я не знаю, останься. А что такое? Короче, сейчас будем гуглить. 4 игры осталось, будем смотреть, что у нас выбивается. Я не могу, пиздец. О, сталкер сейчас должен выбиться. Ой, хорошо. Еще до Call of Duty выбить и нормально будет. Но сталкер чисто небо. Нахуй его, нет. Сейчас я гуглану, что там. Хорошо, сталкер топ-4 улетел. Да, она 2008 года игра, ребят. Ну это нет. Ну это нет. Не-не-не. Ну типа нахуй он нужен, ебать. Не-не-не. Сталкер чисто небо. Нахуй, даже показывать не буду. Неинтересно. Все, погнали. Остались топ-3 игры. Apex, Quake 4 и Call of Duty 1. Ну, Call of Duty тоже, конечно, не очень хотел бы. Но, в принципе, уже осталось по хуйне. Ой, хорошо, Quake пробежал дальше. Блин, Apex, я, кстати, не знаю, что это за игра. Я даже не помню, если честно. Но я вроде гуглил. Давайте посмотрю, что это такое. Я даже реально не чекал, что это за игра. Ой, блин, она, кстати, вот это Apex игра, кстати, неплохая. Мне кто-то ее закидывал. И она, короче, 17-го года, бля, вот это обидно. Вот эта игра, мне кажется, могла бы быть одной из самых пиздатых вот здесь вообще в целом. Она еще и стоит 3К рублей, прикиньте. Ебать, она еще и стоит 3К рублей, ребятушки, пиздец. Мне кажется, она была норм как раз-таки. Ой, блядь. Call of Duty или Quake 4? Это просто что-то нечто. Короче, остались две игры. Call of Duty 1. Мы ее гуглим. 2003 года, бля. Самая первая часть. 2003 год. 2003 год, блядь. И Quake 4. А Quake 4 какого года? Они, наверное, там одинаковых годов тоже там, наверное, рядышком. Quake 4 2005 года, короче. Ну, осталось, конечно, две игрухи. Какая колда? А, Call of Duty, типа. Сука, пиздец. Я не могу. Погнали. А, я не могу. Пиздец. Блядь, походу Call of Duty. Блядь, нет, блядь. Нет, сука, бля. Пиздец. Call of Duty 1. Клоун, капец, пупец, нифига форест, ахаха, нифига дес, клоун, капец, пипец, всякое такое, короче, пишу, да, его. Бустит. Не, ну я рад, хотя бы все сталкеры выбили. Если честно, никогда не играл в Call of Duty, поэтому я не знаю, чего ожидать.
Я не знаю, как показать вам, типа, она в Стиме в России ее типа нельзя. Типа, вот ошибка страницы, надо будет искать аккаунт с Call of Duty. Но 2003 год, ребят. 2003 год. Жесть. Жесть. Call of Duty. 2001 год. Да, ребята, в общем, вот так вот получается. Вот она игра, которая победила. Ну, тут не смотрите, это я уже ее бахнул. Вот она игра. Вот она игра, которая победила. Может, вдруг сейчас какая-то еще выйдет игра отсюда, нет? Ну, как бы, ну, получается, Call of Duty победила. Какую ее закинули, кстати, по счету вообще? Call of Duty первую. А, ее прям совсем недавно закинули. По-моему, Call of Duty 1 закинул, кстати, челик англоязычный. Ну, возможно, не знаю. Короче, по-английски он писал, и он Call of Duty эту закидывал, по-моему, если я правильно помню. Возможно, это он закидывал. Хотя, может, и нет. Ну, в общем, вот так вот. Да, он закидывал, получается, 1 доллар. 1 доллар, вот это его донаты челика, который по 1 доллару кидал. И вот он закидывал Call of Duty 1. Короче, победил у нас, получается, Call of Duty 1. Пресев. Пресев. В общем, как-то так. В следующий раз выведу чатик на экран, будет интереснее. Да.